на самом деле неприятный для меня матчап. Против меня Трандл. На самом деле неприятный для меня матчап. Потому что против меня Трандл, который из меня всасывает весь армор. Хелси и все такое. То есть это неприятный матчап. Надеюсь, Джакс ему не даст жить на линии. Ну, а так, у нас вполне тимком такой хороший. Дамидж, Зикс. Прикольно. Вот, я как бы не знаю, с Twitch Lu. Печали. Ладно. Ай, забей просто. Потихоньку начинаем разгоняться, на самом деле. Начинаем разгоняться. Пойдут в инвейт, не пойдут. Знаете, мне зачем? В принципе, и мне зачем идти в инвейт. Пойдем Захар, Найт, Рандл. Ладно. Посмотрим, если сейчас опять какую-то херню начнут писать в чат, то забей замолить. Вот зачем. Какие дела? Супер. Не то чтобы это ему сильно поможет, но он будет знать, что я не пошел к нему. И что это ему даст? Он знает, что я пошел на блу, допустим, да? Окей, он знает, что я пошел на блу, тогда он пойдет ко мне на волков? Не пойдет. Пойдет ко мне на ред. И после реда он долго идти слишком. Не знаю, посмотрим, что это, что он хочет сделать. И что ему дать информацию, то что начал на блу. Потому что узнать, начал я на блу или на ред, блин, забей. Мы не на таком высоком ЛО, или не на таком уровне понимания игры, чтобы... Что, прошел? Понял. Ну, я не видел, конечно, но судя по этим. То, что я сейчас пойду к нему в ред, это очевидно. Брал на птичек, я у тебя тоже только птичек заберу. Я дальше не пойду. Это опасно. Это вполне очевидно, что я сейчас пойду к нему. Он взял пушку первой. Я заберу у него только птичек. Опасная игра. Среди того, что Мальдахар не идет ко мне. Блин, это было очень очевидно. Ага, минус 2 флеша. Ну, на самом деле, Акилл обняли 2 флеша. Не сказал, что это хорошо, это было очень очевидно, что... Что бы сейчас делать? Старт херовый. Зачем я поступил так, как он и хотел? Точнее, так, как поступил бы любой бронзовый мув. Зачем? Вопрос хороший. В теории можно было на крагов идти, это было бы немножко хотя бы оригинально. И левел я не получил. На самом деле, по-хорошему, мне надо сейчас засесть в лесу и не вылазить. Потому что мне мало возможности поганкать. Трандл 4, Тантор нас всех убьет. Сейчас побежать до волков. Или бэкнуться. Даже если я бэкнусь, у меня ничего не такого только. Пошел сюда, вижу. У него есть щиточек. У него есть щиточек, но у него нет маны. Хорошо. Он, видимо, пойдет в блок Кейна. Кстати, как я. Как я перешел? Посмотрим, ну он ганкнул Зигса раз. В прошлом бою он подрался с МВшником. И он вышел снизу. Забрал Крампа? Забрал. Mm-hmm.
Я посмотрю на краба. Что вообще там происходит? Краба убил? Не убил? В смысле? Вниз тоже не пойду, типа забей. Че, городов нету, серьезно? Соло. Flash Ignite. Понял. Примерно в 10 минут будет Flash Ignite. Не знаю, о чем мне эта информация даст, учитывая то, что я хорошо там осторожен, потому что Кайна около не должен шиваться. Что он должен был знать, что я раз я туда пришел, то у меня там нет. Следовательно, есть возможность для ганка. Бесконтекстного ганка. Мне по-хорошему бы сейчас убежать в топ. Потому что Трандла немножко охуел. Или Джакс. Красавчик. Да, я все прекрасно понимаю, братан. Угу, отлично. Засветили краба. Джинс Лулу очень хорошо держится. Ой, с Джинс с нами. Намечка очень хорошо держится. Меня это очень радует, на самом деле. Очень хорошо радует. По-хорошему, надо еще раз зайти на Трандла. Но он нас всех съест, он 6 уровень. Я бэкнусь. Или нет? Без... Не-не-не, нахрен. Ну, прогресс. Мы на самом деле еще никого не замутили, это прям прогресс. Идем вижен. Прям на блу. Каин, 5 уровень. Найс, 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 найс. А сейчас пойдет. Ну, я не пойду его бить. Нет. Хорошо, мне надо бы забрать сейчас пакушку на миде. Но... То, что я не хочу, как бы так сказать, это помягче. Мне намного важнее получить сейчас уровень именно здесь. Потому что я хочу все-таки залетать в кучу тимфайта. Тогда, когда я могу что-то сделать. И когда мой влет будет полезным, а не просто так. Дракон. Пойду геру заберу. Прям сейчас пойду на Геру, хотя я не вижу Трамба. Да, сейчас заберет. Я сейчас буду пока этих фичек забирать, там Трамба спокойно может забирать. Он бэкнулся или где? Кизм, что? Трамба внизу, они все внизу. Ну сейчас заберу Геру тогда. Я просто чтобы они видели, что у меня есть обзор, и лишний раз не хотели садиться. Сразу буду смайт. 15 секунд у меня он откатится. Кайна нигде, вижу. Зран зацепился. Ну что, он должен прекрасно понимать, что я пойду на Геру, когда он пойдет на дракон. Отлично.
Сейчас будет встречать Кейн здесь. Ну, ладно, я понял тебя. Буду дефать. Ясно, я понял. Прям прямо сейчас напейте. Ладно. Господи, Джекс, завались, пожалуйста. Это PSS, но там у него нет телепорта, так что... Кайн. Не знаю, где Кайн. В этом проблема. Выбрали. Молодцы. Хорошая игра. Молодцы хорошо использовали ситуацию, что... Не встаю. Такие дела. Выпущу Геру. Пусть пластинки я получу. Для маны нет, вообще печать. Все, привет. Маны нет, это печально. Использовал телепорт. Возьму краба. Понимаю, что птички мне выдают больше, чем краб. Но обзор — это важно. Джекстон только что-то подсасывает, да? Надо ему немножко помочь. Красавчик. Кайн где? Вижу Кайна. Кайн не вижу. Вот на Кайн. Ой, да, спасибо. Да, все-таки он был, пошел Кайна. Ну, они хорошо стояли, на самом деле. Смогу ли я сюда их... В теории могу. Да, попробуем. Залететь. Блять, да в смысле? Найс. Ой, больно-то как. Ну, их нет вордов. Какого хера происходит? Снять вордов. Намечка, живи. Намечка, живи. Намечка, живи. Эта херня заезжает. Дела.
то, что Чарльтон набирает ворот, это, конечно, печально. Деле не столь важно. Чем мы не остановим? Разве что? Можем попробовать через Джакса разогнаться. Через меня, через Джакса. Да, Зиган, давай, нет, ты не будешь там умирать, ладно? Это такой разговор. Хорошо? Говорили? Да, это печаль. Причем Мальзахар, скорее всего, есть ульта. Зачем он полез один в трех, когда я далеко? Зачем? Нихера дела. Мы потихоньку начинаем отсасывать у них. Блин, я не знаю, как мы это будем выигрывать. Вообще не знаю. С одной стороны. С другой стороны, у нас есть Джин, который... большой урон, у которого через Зигана развиваться, я не знаю. Опа, флеш. Молодец. Захарь флеш. Надо еще разгромкнуть его. Пич, пич. Ладно. Опа, лулуха. Опасно, потому что твич тут. Твич рядом с лулухой, это стопудово. Где вызвал на меня, да? Отлично. Надо идти драться с ними. Ну, в принципе, это должно было сработать. Что мы через... его сюда. Сюда еще, так, ближе выходи. Блять, опасно нахуй. Хорошо.
Теперь можно. Теперь, в принципе, можно. Ну, как сказать, решение влететь, надо было сразу улететь. Я не привык, что не ожидал, что Мальзахар может меня сразу утонуть, чтобы я не успел утонуть. А если бы я улетнул сразу, я бы подстанил и Мальзахара, и Мальзахара, и Твича. Тогда было бы хорошо. Это с одной стороны. С другой стороны, мне нужен Force of Nature. Хотели Манька Брейс, блин. Нет, все-таки Лимони пойду, потому что... Блин, пойду Лимони. Они заберут барона сейчас, но, в принципе, кстати, ничего поделать не можем. Да, это пофиг. Кошу можешь застелить? Нафиг. Стелим второго дракона. Страшно. И мне надо собрать Frozen Heart в этот раз, потому что Twitch. Сейчас они второчком бегают. Там вроде у нас этот разыгрывался Джакс. Сейчас на мид. Наверное, пойду. Еще мид барон. Мне надо задефать нормально. Он ушел. Пошли. Им? Опасно на самом деле. Для них. Зачем вы это делаете, я не понимаю. Why you fight? Зачем вы деретесь? Танка нет, есть только Джакс. У них есть барон, они там толпой, чё? Блин, я ещё. Ты чё твич, блядь, бегает? Я прям чувствую жопой. Что ещё бегает? Дурачок. Это провокация. Что ты делаешь, зачем? А, ты чё убил? Yes. What the fuck он творит вообще? Вообще по-хорошему быть на самом деле. Сейчас я не буду. Йо. Чат. Блин, а третий дракон для них. Похера. Oh,
Почему? Да чё за вообще еб... Ну, как мы можем это выиграть? Нам нужен Джакс. Типа Джакс наш Винкон. Да, у тебя Хоубрейкер, я вижу. А у тебя Хоубрейкер? Серьезно. И ты пожертвовал жизни ради Тавоки. И даже Тавока не сделал. Чем сказать, зачем? 8-6-3. Ладно. Окей. Хорошо. Можем ли мы сейчас тауэр посломать? Не надо его чейзить. Не надо, просто не надо. Даже наказать. Я очень плохо делаю, что сейчас учусь на боте. Что там барон? Встал. Мы не можем его файтить. Еще не можем. Причем я сейчас его не смогу победить. Надо попробовать с красным. И да, это потеря времени. Нет, ребят. Сейчас идем тимфайт, то все. До юга. Мне нужна ФХ. Мне даже не АП, нужна ФХ именно. Я вообще не понимаю, что происходит. Вообще не понимаю, что происходит. Ой, неужели ты летел? Есть флеш, кстати.
Ну и типа, чем мы разменялись сейчас? Зачем? Чем мы разменялись, я не понимаю. Не-не, сравнить мы не будем. Че это получится? Бля, как это выигрывать-то, я хер его знает. Ну, Twitch уже не тащит, типа, ты сейчас канет, он не резает. Притом, Twitch может любить любого нашего керри. Что-то делать, я вообще не понимаю, типа... У них вообще сейчас все. Даже из базы выйти не можем, типа. Выход тут рядом. Даже ничего делать. По-хорошо, надо дофармить 16 минут. Я не могу пойти далеко от команды. Плохо с твичом рядышком. Чё твич выглядит сам. Твич выглядит. Надо получить 16 срочно. Пожалуйста, XP. Скажу, что это не сильно поможет, но поможет чуть-чуть хотя бы. Отлично. Так, осторожнее. Живи, на не живи. Да, это все отнеслась. Почему ты в меня ультишь? Нахера тебе это? Не понимаете. Почему Мальдахар? А, ну типа он... Короче, я не знаю. Мидгап, ну хер знает. Конечно, это я вообще не знаю, как это выигрывать. Это говнище, честно. Вообще, плохо вообще все. Короче, ладно.